Пищевое отравление, то есть интоксикация – это обширная и распространенная группа заболеваний, вызванная бактериями и вирусами, которые попадают в организм человека вместе с некачественными продуктами питания или же в результате несоблюдения правил гигиены, рассказывает главный врач Центра медицинской профилактики Асият Рашидбекова. Проникновение микробов происходит через рот, значит, с употреблением необработанных фруктов, овощей, приемом сырой воды. Также, возможно, через предметы обихода. Это постельное белье, посуда. Рашидбековой также были перечислены основные меры профилактики пищевого отравления, которые важно соблюдать как взрослым, так и детям. Значит, какие меры профилактики? Это не употреблять в пищу сырую воду, а только кипяченую. Молоко употреблять в пищу после кипячения и молочные продукты, а также после других видов термической обработки. Фрукты обязательно мыть горячей водой и обдать кипятком. Мойте руки перед приготовлением пищи, перед едой, после работы, после посещения туалета. Также следите за чистотой рук у детей. Прививайте им с детства гигиенические навыки. Главный врач Центра медицинской профилактики Асият Рашидбекова отметила, для того, чтобы избежать неприятную ситуацию, в первую очередь необходимо знать меры профилактики и симптомы пищевых отравлений и в случае выявления немедленно обратиться в медицинское учреждение. Значит, при признаках это жидкий стул, повышение температуры, общее недомогание, а также боли в желудке, незамедлительно обращайтесь к врачу. Не занимайтесь самолечением. Помните, ваше здоровье в ваших руках. Зарема Хайбулаева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».